Междуреченску по госпрограмме «Молодежь, спорт и туризм» выделены средства на покупку инвентаря. Какой пункт проката пополнился велосипедами, роликами, трюковыми самокатами, расскажем прямо сейчас. В сети прокатов «Кузбасс. Территория спорта» у нас пополнение летнего спортивного инвентаря. Как вы и просили, это порядка 10 велосипедов спортивных, подростковых и взрослых, самокатов также порядка 8 штук, скандинавские палочки и скейтборды около 5 штук. А также будут закуплены для вас комплекты защиты, так что обязательно, катаясь на спортивном инвентаре, защищайте себя, потому что безопасность на первом месте. Инвентаря хватит всем, приходите, катайтесь с 8 часов утра до 8 вечера, мы открыты для вас, как на лыжероллерной трассе, так и по территории вы можете кататься на спортивном инвентаре проката «Томосинец».